Украина ассоциируется с ЕС. Сегодня в Брюсселе подписали соответствующее соглашение. Пока речь идет только о политической части, заключение экономическое дело будущего, говорят в Брюсселе. Премьер Украины Арсений Яценюк не скрывает конечную цель для страны – членство в Евросоюзе. Подписанный сегодня договор исчерпывающий. Он покрывает большинство вопросов, в том числе вопросы безопасности и координации в этой области. Этот договор ускорит проведение реальных реформ на Украине. Его ждали миллионы украинцев, которые мечтают стать частью Европейского Союза. Именно полноценное присоединение к ЕС и является нашей конечной целью. В Брюсселе, в Киеве назвали сегодняшний день историческим. Кстати, ровно 4 месяца назад Николай Азаров, предшественник Яценюка в кресле премьера, объявил о приостановлении переговоров по ассоциации Украины с ЕС. Именно после этого на Майдан вышли люди, впрочем, соглашение пока не подписано в полном объеме. Оставшиеся положения согласуют после президентских выборов на Украине. Впрочем, специалисты отмечают, подписанный сегодня документ регламентирует лишь намерение сторон о сближении. Никакой конкретики нет. Так что сегодняшние подписания считают скорее демонстративным актом.